Всем привет, с вами мистер Чейзер, смотрите мой джазплей канал, и сегодня я хочу поделиться своими первыми впечатлениями от игрушки Ганипшин. Эта игрушка сейчас в раннем доступе, но она не в Стиме, как это было по некоторым другим играм, свои первые впечатления, по которым я снимал. Эта игрушка, я даже не знаю, где достается, я ее нашел случайно на одном сайте, где загружают многие инди-игры. Вот, собственно, на этом сайте я случайно нашел, посмотрел на скриншоты, посмотрел на видео, мне она что-то приглянулась, я даже не знаю почему. Как видите, версия игры это альфа 1.36, значит, эта игра еще не закончена, над ней ведутся работы. Ну и, в принципе, что сказать по этой игре, это, наверное, то, что эта игра, это, так сказать, симулятор вируса. Если кто-то играл во флеш-версию похожей игры, тот меня поймет. Нужно просто заражать людей, заражать население местное, ну и все в таком духе. Делать из людей зомби и так далее. В принципе, это довольно интересная тема, играть за вирус, а не играть за там бравых каких-то солдат, которые будут уничтожать этот вирус. В принципе, как бы мы играем за другую сторону, за обратную сторону медали. Это довольно интересно и очень редко, когда такое встречается. В принципе, давайте начнем новую игру. Я в игру вообще не играл, я говорю, смотрел только скриншоты, видео, да, кратенько информацию про игру прочитал и все. Давайте посмотрим, может нам тут подскажут что-то там, я не знаю. Так, обучение. Типа я вирус, который должен научить вас правильно управлять мной. Или как-то так. Типа, как правильно заражать людей. Use the mouse or WASD. Так, на кнопочке WASD можно перемещаться. Какие-то еще кнопочки. Так. Что еще мы можем делать? Нет, стоп, назад. Не знаю, что это. Так, да, блин, я сказал, подожди, назад. Так, тут даже видео какие-то обучающие показывают, что мы можем делать. Rotate the camera. Use and drag the left mouse to define the area selection. Or... Ага. Ну, например... Ага, мы можем им управлять, окей. Дальше что у нас? Use and drag right button mouse. Ага, я понял. То есть это вот зона, которую мы можем выбирать. Блин, немного неудобно. Обычно просто так вот выбирали. Да, про кнопкой мышки мы можем им управлять. Так, кнопочку M там что-то могли делать. Ага, это карта у нас нашего города, где мы там должны все сделать, по идее. Всех заразить, да? Так... Life forms. То есть заражение распространяется только на живые жизненные формы. То есть там на какие-то машины оно не будет распространяться. Окей. Допустим. Using the left control key. Так, давайте выберем всех. Что еще? Понятно, это все понятно. Давайте двигать дальше наших ребяток, наших зомби. Где у нас тут еще есть живые люди? Ага, это у нас тоже уже зомби. Я вижу, тут уже всех заразили, в принципе. А нет, вот еще есть. Давай, вперед. Так, процедура 203 анимации, тело автоматически реанимирует вирус их агентов для этого использования. Ну, понятно. Так. Они, короче, наши обычные солдаты. Нажмите кнопочку C. Ага. To bring up the class tab. You can then select a class and press the evolve. Короче, можем...
назначить наших ребят в кого-то эволюционировать, да? Давай тебя мы выберем кого? Тут не написано. Так, Эшвард, навигатор. Может звать других агентов. Проводит вирусы регенерации, еще что-то такое. Где наш этот подопечный? Не совсем понятно, где тут у нас все ребята находятся. Давайте все на улочку выходите. Так, на кнопочку Q мы можем что-то делать. Nerve Agent. Не знаю, что это. Какое-то облако. Какие-то здания можем строить даже. О, улей. Давай улей забацаем здесь. Так, вы двое, давайте заразить вот этого. Так, ты куда ушел? А ну иди сюда. Так, тут зомби у нас тоже есть. Давай тебе выберем работенку. Нет, как там, работенка на Си была кнопочку. Давай ты у нас будешь навигатором. Ты у нас будешь вот таким вот чуваком, провайдером. Так, в дополнение. Вы можете строить... А, ну да, структуры, нажимаем на кнопочку Е. А ну что там еще у нас за структурки есть? Дриллер какой-то. Это что у нас такое? Ага, создает нам гены. Прикольно. Так, нажмите кнопочку Tab. Это чтобы наделать зомби или что? Ну это слишком легко, нафига нам столько зомби? You have several addition virus agent waiting to be called into a bottle. Вызови орду, да? Так, ну в общем, теперь ты все знаешь и можешь приступить к процедуре уничтожения, или что-то такое. Нажми кнопочку Т, чтобы... ну как бы, перезапустить обучение. Тут все уже заражены, как я понял, да? Тут все уже заражены, что делать, я не понимаю еще. Или тут только обучение доступно в альфа-версии? Ага, вертолет какой-то летит. Господи, как выбирать правильно? Вперед, нападать на людей. Блин, как-то немного необычное управление. Немного все это непонятно. Так, давайте вызовем сюда орду. Недоступных вирусных агентов. Сейчас будут. Где у нас тут куча зомби была? Ребята, у меня для вас есть работенка. Давайте выдвигайтесь сюда потихоньку. Вот здесь у нас есть люди, которых можно схавать. Вперед. Пошел хавать людей. Давай, давай. Тут зомби у нас есть? Нет, у нас тут зомби. Так, вот тут у нас зомби. Вперед. Хавать людей. Какие-то вертолеты или что такое? Military reinforcements. Out of control situation. Какие-то новости нам тут показывают или что-то такое? Ладно, надо направлять всех зараженных сюда, чтобы заразить остальных людей, которых тут довольно много еще осталось. А где они? Ладно, неважно. Так, идем заражать вот этих людей. Идем заражать вот этих людей. В принципе, я не знаю, игра интересная, но во многом непонятная, я бы сказал. Так, давай забацаем такую штуку. Не знаю, зачем она нужна. Для чего она нужна. Так, вот у нас вирусные гены. Так, парень. Давай иди туда.
Да, у нас теперь гены восстанавливаются или что-то такое, или производится, я даже не знаю, как это правильно назвать. Так, а что еще мы можем сделать? Это что такое? Дриллер. О, он повреждает всех людей где-то там. Давайте где-то вот здесь поставим. Так, тут людей всех заразило, нет? Ага, вот еще люди где-то есть. Люди! Так. Где у нас еще тут есть товарищи? Ага, вот товарищи у нас еще есть. Бегают тут, заражают всех. Давай, с двух сторон. Захаваем его. О! Нормалек. Так, больше я на карте не вижу живых. Я вот не понимаю смысл. Тут тупо всех заразить нам нужно, да, или как? Ага, тут еще куча людей. Вы чё? Зомби. Зомби, вперед! У нас есть куча работы. Давайте поставим еще такую фигню. Нет, не такую фигню. Где у нас там вот эта хрень? Сколько она стоит? Есть, давай. Вот здесь ее поставим. Пусть она тут всех заражает. А, тут военные, ё-моё. Заражай военных. Ля, прикольно, они стреляют. Не, ну это интересно. Что еще мы можем? Военные будут стрелять теперь за нас? Так, теперь у нас тут куча зомби будет, потому что эта фигня их заразила. Давай, давай, тут военные типа у нас прибежали, да? Но мы можем всегда кучу зомби. Орду мы можем вызвать? Где наша орда? Это что такое? Нет, это неинтересно. Вот это давай забацаем. А то наших зомби сейчас быстренько уничтожим. Где орда? Я жму кнопочку тап, а орду вызвать нельзя. Так, тут куча людей. Откуда это взялось? Мои зомби где-то везде бегают, вообще непонятно. Блин, вирус это, конечно, прикольно, но как-то мне не особо нравится, как это все сделано. Но откуда-то опять люди берутся. Или это военные? Блин, нельзя как-то... Да, это военные, судя по всему. Так, захавали зомби наших. Infection progress. Они тут взрывают, что ли, все, или что? Я не понял. Что это было? Это, конечно, все клево, но моих зомби тут почти всех поубивали. Даже непонятно, как тут что еще осталось мне делать. В принципе, вроде и понятно, но не особо-то. Так, где у нас там куча людей? Сюда поставим. А им вообще насрать. Тут какая-то хрень вылезла, которая их заражает. А им пофиг. Нет, тут один вроде побежал даже. Ну, блин, а тут есть как бы дальше какие-то этапы там, не знаю. Ну, не этапы, а в смысле. Что делать дальше-то? Здесь каких-то два зомби у меня стоят. Ну, я просто не понимаю, что мне тут дальше делать. Как бы зомби стоят и тупят, умирают. Ну, потому что... Вот эти ребята с пушками, они какие-то сверхсильные. Прям очень сильные. Ну, я даже не знаю, что с ними делать. Это что такое у нас? Мне это не особо интересно. Это что такое? Массовая регенерация, это я вроде уже делал. Где у нас куча людей? Прям такая большая куча. Чтобы можно было всех заразить такой большой кучей. Ну вот сюда можно поставить заражалку, в принципе. Давай, заражай тут всех. Двоих должна заразить? Нет, ну хотя бы одного.
Вообще ни одного, обалдеть. И что теперь делать? Зомби нет. Они тут где-то бегают еще, ребята. Маленькая такая кучка бегает, но... В принципе, мне кажется, я тут уже проиграл. Ага, эта хрень их ловит. Давай, давай, хавай людей. Блин, искусственный интеллект, конечно, тупит, но... Ай-яй, взорвали все. Класс! Я собирал тут кучу зомби, а потом прилетели какие-то уроды и взорвали все. Нормально! Классно! Что еще сказать? В принципе, здесь еще дофига людей осталось. И зомби тоже у меня хватает пока что. Даже непонятно, откуда они берутся-то. Я даже не знаю, что мне тут еще делать. В принципе, в игре нет ничего такого, как это было показано на картинках, на скриншотах. Как бы, ну, здесь нет ничего такого. На картинках все очень красиво было показано, все очень прикольно было показано. Но здесь как-то, как я вижу, чего-то такого, что было на скриншотах, здесь такого нет. Что очень странно. То есть, как бы было интересно, да, идея там за вирус играть и так далее. Но тут просто прилетают всякие уроды и начинают мочить. Вот. Все, убили. Класс, да? Прилетели, убили всех зомбей. Они... Вот эта фигня их останавливает или они будут стрелять еще? Не, они даже не стреляют. Они в ловушке как бы. Отличный шанс их схавать. Так, что еще у нас тут осталось? Давайте я, наверное, попробую... Что-то здесь сделать еще чуть-чуть. Попробовать всех заразить. Ну, как я вижу, нам это тупо не дадут сделать, потому что... Потому что что? Потому что вот такая хрень прилетает и всех убивает. Класс! 340 надо. Ну, сейчас будет уже, думаю. Вот тут мы ее поставим, и этого чувака заедим. Я думаю, это уже последний. И закончим на этом видео. Так, тут у нас зараженный есть. Давай беги туда. Что вы там все делаете, придурки? А, так он сейчас сам сюда прибежит и сдохнет. Надо его зажать по-быстрому. Давай, заражайся. Вот и все. Давайте посмотрим нашим взором, есть ли тут еще люди. Опять вертолет летит, чи самолет. А, еще кто-то есть. Господи, да откуда же вы беретесь-то, а? Где наши тут подопечные, которых уже всех вынесли? Класс! Очень быстро это все происходит здесь. Так, тут где-то у нас был один чувак, да, вот он. Сколько нам нужно до вот этой заражалки? А, мы ее уже можем поставить. Давай. Заражай этого чувака. Главное, чтобы он не успел убежать. Нет, успел. Вот козел. А где у нас там вот эта хрень? 230 надо. Ну, нам не хватает еще. Так, зомби. Ты у нас последний, кажись, остался. Либо мне надо будет просто сейчас копить опять эти гены, или как они тут называются. А, он сам побежал на свою смерть. Молодец. Все.
У нас тут вроде больше нет живых. Все заражено, все очень клево, все красное. Все здесь пытаются взорвать. Ну и что нам дальше делать? Непонятно. Вроде бы мы все сделали. Давайте, не знаю, на всякий случай сохранимся, если тут вообще можно сохраняться. И выйдем. Здесь какие-то миссии есть или еще что-то? Или это тупо нам показывает, что можно вообще в игре делать? А, здесь даже сохраняться, загружаться нельзя. Ну, в принципе, я так вижу, вот это вот обучающий уровень, это единственный был, который нам показали, который нам дали поиграть. А я-то думал, там еще что-то будет интересное. Ну, в принципе, на этом, думаю, все с этим видео. Игрушка, в принципе, подающая надежды, но как-то хреново здесь реализовано все. Очень хреново здесь все сделано. Хотелось бы поумнее искусственный интеллект, хотелось бы, чтобы побольше людей было в городе, чтобы прям такие томпы, как в Dead Rising было, там 100 человек такой, один зомби туда влетает и начинает всех заражать. Вот это было поистине круто. Но пока что мы имеем такую вот слабенькую реализацию данной игры. Самая лучшая реализация про то, как мы играем зомби, это было в игрушке Stabs the Zombie. Вот в нее я бы вам посоветовал играть в первую очередь, прежде чем ждать выхода этой игры, если она вас, конечно, заинтересовала, так же, как и меня. Ну, в принципе, на этом, думаю, все. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание и пока.